Около 300 автомобилей, автобусов, мотоциклов сгорели на парковке аэродрома в индийском Бангалоре. Там сейчас проходит международный авиасалон Air India. Работа авиашоу временно приостановлена. Все подробности планируем узнать у нашего собственного корреспондента в стране Дмитрия Мельникова. Он выходит с нами на прямую связь по телефону. Дмитрий, здравствуйте. Удалось ли потушить пламя и известно ли, что могло стать причиной пожара? Здравствуйте, Павел. Начну с того, что сегодня был первый день, когда авиасалон в Бангалоре открылся для широкой публики. Десятки тысяч посетителей, часто целыми семьями, устремились на своих машинах посмотреть на это самое зрелищное воздушное шоу в Азии. И в самый разгар, около 12 часов по местному времени, пришло сообщение о стремительно распространяющемся огне на территории авиасалона. На данную минуту, как вы правильно заметили, уже более 300 автомобилей, находящихся на гостевой парковке, охвачены огнем или сгорели полностью. И, как вы можете видеть, и как передают очевидцы, которые активно размещают видео в социальных сетях над авиабазой Елоханка, где проходит авиасалон, стоят большие клубы черного дыма, и огонь двигался в сторону самого аэродрома, в сторону взлетно-посадочной полосы, где располагалась основная экспозиция. По словам офицеров полиции, которые обеспечивали эвакуацию и организовали работы по тушению, им приходилось ряд за рядом вручную буквально отодвигать автомобили, чтобы создать так называемую буферную зону и остановить распространение огня. Все это время над территорией авиасалона баражировал вертолет, который докладывал на землю о развитии ситуации. Пока о человеческих жертвах не сообщается. Сам авиасалон Air India приостановлен, демонстрационные полеты прекращены. И все это время посетителей, среди которых, кстати, было много детей, срочно эвакуировали. Как считают организаторы, как считают полицейские, причиной возгорания стал непотушенный окорок, видимо, брошенный кем-то на парковке. Сейчас в Бангалоре почти 36 градусов тепла, и, соответственно, трава, которая находится на парковке, высохла. Собственно, огонь поэтому и распространялся так быстро. И вообще надо сказать, что нынешний авиасалон еще до его начала был омрачен трагическими событиями. За день до открытия во время тренировочных полетов два самолета столкнулись в небе над авиабазой. Один из пилотов, из тех, которые сумели катапультироваться, погиб. Ну и добавлю, что сама авиабаза расположена недалеко от международного аэропорта, одного из крупнейших городов Индии, Бангалора. И пока непонятно, повлияет ли это ЧП на вылет и прием пассажирских рейсов. Действительно, буквально несколько минут назад начальник полиции штата Карнатака, где находится Бангалор, сообщил, что пожарным удалось локализовать огонь. И, конечно, слава богу, что обошлось без человеческих жертв при таком количестве посетителей, которые хотели посмотреть на демонстрационные полеты и на демонстрацию на весь авиационный техник. Павел. Спасибо, Дмитрий. Дмитрий из Мельников передал нам подробности пожара в индийском штате Бангалоре на авиашоу.